Теперь твой черед! Брасит! Это я, Алексиос! Я! Твоя манера драться мне знакома. Мы сражались вместе, когда Клеон и Афинине высадились в Амфиполисе. Ты не помнишь? Мы бились бок о бок. Победа была близка, но... Ты был убит. Деймос. А потом меня поглотила тьма. Алексиос? Рад видеть тебя, мой друг. Друг? Друзья помогают друг другу. Но ты печешься лишь о себе. Обо мне, о других людях ты даже не думаешь. Я знаю свою вину. Я пытался загладить ее в Амфиполисе, но не успел спасти тебя. А что ты здесь делаешь? Разве ты мертв? Нет, пока еще нет. У меня есть нечто, принадлежавшее моему отцу, настоящему отцу, жезл. В нем есть сила. Меня прислали сюда, чтобы ее подчинить. Сила? Долго рассказывать, но я искал ответы по всему Элизию. И вот теперь я здесь. Ты был в Элизии? Почитай богов, чти Спарту, держи свое слово, и Элизий твой. Отец твердил мне это в детстве, и за всю жизнь я ни разу не нарушил этих правил. Посмотри, какое мне досталось посмертие. Если кто-нибудь и заслуживает Элизия, так это ты. Тогда почему я здесь? Тебе стоит поговорить с Аидом. Это была его воля. Я заслужу Элизии лишь при одном условии. Если одолею своего врага. Деймос. Брасит, ты не сможешь сразиться с ней здесь. Почему? Деймос еще жива. Аид обманул тебя. Неважно, рано или поздно она явится. А что Аид сказал тебе? Он сказал, чтобы ступить в Элизий в смерти, сын Спарты должен бросить вызов тому, что победило его в жизни. Будь прокляты боги. Вечно они говорят загадками. Но думаю, ответ на первую из них я знаю. А именно? Сын Спарты не бросит вызов врагу без своего щита. Нужно найти твой щит. Он в гробнице забвения. Я пытался забрать его, но Аид послал туда стражей, когда какой-то Малако убил Цербера. Этот Малако я. И теперь должен служить Аиду. Почему я не удивлен? По твоей милости здесь теперь непросто.
Я не был верным другом прежде. Позволь мне стать им теперь. Мужество изменяет мне в царстве мертвых. Я надеялся, что мне не придется встретиться с Деймос. Что ты знаешь о гробнице забвения? Там лежат доспехи, трофеи и оружие бесчестных воинов. То, с чем их погребли, но чего лишили потом в царстве мертвых. Как я узнаю, какой щит твой? Неужели ты не помнишь? На нем цвета Спарты, он был со мною во многих битвах. Тяжесть щита поможет тебе снова стать собой. Помни, бери только мой. Возьмешь чужой, накликаешь беду. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Thank you.
Не стоит здесь оставаться.
Thank you.
Пошел! Тише. Давай. На! Ладно, Харон, рассказывай, что там с этими душами. Так вот, не все, кто попал в царство мертвых, на своем месте. Места упокоения этих заблудших душ еще предстоит найти. Ты перевозчик. Ты направляешь их. Это не моя обязанность. У всех душ есть незаконченные дела. Просто некоторые нравятся мне больше других. Кто они, те, кому нужно помочь? Умерших должны хоронить подобающим образом. Но везет не всем. Заблудшие — те, кому не повезло. О да, им остается лишь вечно скитаться, не принимая свою судьбу. Я помогу, перевозчик, но с чего мне начать? Есть один афинский солдат. Он мечтал о достойной смерти, хотел погибнуть в бою, но, бросившись на врага, поскользнулся в грязи и упал. Могучий должно быть воин. Славная смерть позволит ему попасть в Элизий, но он не может пойти на войну без оружия и брони. Одна вещь в неспокойном некрополе, другая в руках воина, известного как Рыба-меч. Рыба-меч. Он здесь, ну конечно.
Я верну вещи солдату и подарю ему славную смерть. Вроде я на месте. Нужно действовать осторожно. Неспокойный некрополь. Занятно.
Нет! Самая лучшая броня. Меч и броня Фининина у меня. Осталось только вернуть их ему.
Запах битвы не меняется. Я растяпа. Растяпа. Друг, воин. Смерть настигла тебя на поле боя, как и меня? Нет, пока еще нет. Моя смерть была жалкой, на коленях в грязи. Поэтому я томлюсь здесь. Я подарю тебе славную смерть. Сражаться голыми руками... В этом нет чести. Ликуй, твоя броня и твое оружие у меня. Он словно другой. Ха, ты привыкнешь к нему. Я воевал, чтобы защитить свой дом от спартанцев. Скажи, мы спасли Афины и афинский народ? Да, спасли. Ваша армия одолела спартанцев на входе в город. Радостная весть. Что ж, даруй мне покой. Не жалей меня, афинянин. Сделаем то, что должно.
Здесь меня могут заметить. Thank you.
это тут. Щит Брасида оказался среди вещей бесчестных воинов. Я не знаю воина честнее, чем он. Странно как-то. Дверь заперта. Мне нужно попасть внутрь. Эти знаки подскажут, как открыть дверь. Дверь заперта. Мне нужно попасть внутрь. Дверь заперта. Мне нужно попасть внутрь. Нет, слишком много вариантов. Может быть, разгадка дальше в гробнице? Конечно, это царство мертвых. Выпей воды и забудешь все. Время жизни потеряно навек. Ха, хитро. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Три щита. Какой принадлежит Брасиду?